Все-таки получается видео. А, смотри, рыбок мы с тобой положили, тень положили. Да, нам осталось с тобой сделать можно еще раз чуть-чуть провести вот эту линию. Вот она. Вот еще раз можно рыбок нарисовать. Если где-то они впитались, если плохо заметны, то можно еще раз их обвести цветом. Цвет утемнится не намного, но зато будет видно рыбок. Где-то можно рыбок нарисовать темных 84-м. С водой закончили. Мы работали 232-м, мы работали 84-м и мы работали 83-м. Этими местами работали с водой. Теперь мы будем работать с лодкой. Для лодки мы берем 166-й. 161, 179 и 177. Итак, 161 я закрою на лодке вот эти части, да? И сразу 166 я прорисую здесь тень. То же самое делаю с этой стороны лодки, да? То есть вот эту всю часть я закрываю вокруг. Ботиночка человека, вот лучше всего, конечно, стороной до лото. И теперь 166 я прокладываю тени. Ну, здесь вот от борта побольше тень пошире, здесь поуже, тут вот тень. Вот. Ну, соответственно, опять вот в этой части. Проложила, в этой части проложила цвет общей лодки и 160 шестым, захожу сюда, да, оставляю место для носика. Вот эта часть, борт готов, можно еще раз пройти здесь. Вот, лодочка готова, закрываем маркеры.
что в 77-м у нас чуть посветлее, мы прикрываем вот эту часть сиденья. На лодке, да? Вот эту аккуратно вот эту. Вот так вот. И 179-м мы прокладываем и здесь тень. Здесь потоньше. Здесь. Вот так мы сделали лодку. Теперь мы вот так вот ее тут обведем. Теперь надо снять 179-й. Им аккуратненько сделать борт лодки. Если каких-то из цветов нет, можно заменить 246 и 247. Вот я весла сделаю 246-м цветом. И то не все, только со стороны, где блик, свет. Вот так вот. А так также 179-м. На акварельном рисунке там больше возможностей, потому что там есть возможность сделать перетекание цвета. У нас такого сделать пока невозможно. Вот, а 177-м, он чуть поярче у нас. Вот, мы вот так вот темную часть покажем. Вот наши весла. 170. Вот тут у нас носик. 179-м, да? Вот 177-м можно еще раз вот тут аккуратненько так вот положить побольше тени. Вот. Лодочка готова. Вот. Наша лодочка поплывет. Шляпу закрашиваем Y2, оставляем некоторые места для белых бликов.
и 225-м желтым. Проходимся вот тут по контуру в некоторых местах, прокладывая. Шляпка. Ботиночки мы потом сделаем черным цветом. 226 можно тень усилить. Вот так вот. Шляпа готова.